Добрый день, друзья! Сегодня мы представляем вам демонстрацию работы горизонтальной упаковочной машины с принтером HX Nitro для кодирования и маркировки продукции. Принтер HX Nitro способен выполнять любые задачи нанесения кодировки, необходимые на производственных линиях для пищевых, фармацевтических, промышленных и любых других продуктов, а также имеет возможность создавать и печатать различные типы штрих-кодов. Разрешение 600 точек на дюйм. Скорость печати до 114 метров в минуту при 160 точек на дюйм. Принтера очень легкая замена графика. Принтер легко устанавливается на горизонтальную упаковочную машину. Технология практически не требует обслуживания. Важной особенностью данного принтера является наличие управления по Wi-Fi, так как может работать с использованием смартфона, планшета или компьютера. Операторы могут контролировать суточную производительность, используя производственный отчет HX Manager в режиме реального времени.